те, кто откололись из моей позиции, и слава богу. Я с варварами ничего общего не хочу иметь. Да, это их позиция, окей, но, пожалуйста, нахуй. Ну это маньяки. Я потерял все, да. Я был богатым. Сейчас я не богатый. А сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, и по факту на жилье и еду. Все. Опиши разницу. Что значит, я был богатым, а теперь не богатым? Раньше у меня были деньги, машина, дом и так далее. Я всего этого лишился, и теперь выступаю. У меня нет контрактов рекламных и так далее, которые большие контракты. Там, то есть там по 500 000 евро, по 1 000 000 евро. Теперь их нет. Ой, особенно клип. Ёб твою мать. Особенно в конце в Голливуде. А мы еще там рядом живем.